Barbara. Да, я обожаю запах паленого пластика. Генерал Пластро, барон здесь, чтобы увидеться с вами, сэр. Барон Мондези. Я прибыл. Каков наш текущий статус, барон? Мы продолжаем производство нашей продукции. К концу недели мы достигнем наибольшей скорости. Отлично. Я извиняюсь, генерал, но мои таланты расходуются на эту бюрократию. Мне просто необходимы твой тактический ум и твоя презентабельность, чтобы держать людей в работоспособном состоянии на 110%. Ты осознаешь, что у нас здесь есть? Мы пытаемся получить новый материал из этого вещества. И у нас уже достаточно сил, чтобы утроить количество нашей армии. Да, но количество никогда не сможет победить умение. Ладно, парень, вот местоположение завода желтых. У нас есть информация, что в этой зоне у них полно пластика. Собери его весь и разберись с желтыми. Я понял.